Красная книга Магаданской области стала гордостью издательства «Охотник». В библиотеке имени Пушкина подвели итоги редакции за 2019 год. Выпущено 12 книг с фотографиями редких животных и красот Магаданской области, сборник северных грибов и ягод и издание со сказками, собранными на Колыме. Павел Жданов, директор издательства «Охотник», рассказал о проведенных выставках на книжных фестивалях в Москве, в Санкт-Петербурге и поделился новыми планами на текущий год. Все проекты, которые мы сделали, они как раз в радость делались и не противоречили нашим убеждениям. Это самое главное. То есть они сделаны в соответствии с нашими эстетическими, этическими воззрениями, философскими, если хотите. Поэтому каждый из этих проектов – это вклад в историю Колымы, историю Чукотки, в том числе историю Магаданской области. Мэр города Юрий Гришан поблагодарил издательство «Охотник» за успехи продвижения Магадана в печатном формате, отметив важность издания бумажных книг в эру цифровых технологий.